там же стала нормальная дорога. Да проедем, поехали. Короче, я заглушу с паритянами. Да, да. В общем, едем. Сюжет закручен тут. Главное, держи этот, держи дистанцию, держи натяжку. А, тут еще ребята не доехали. Макс в объезд пошел. Нормально едет. Нормально идем. Так мы с вами едем. Держи натяжку, натяжку держи. Натяжку держи. Сзади Додж красиво прошел, но я не снял. Здорово! Привет! Здравствуйте, встречаем. Недалеко оторвались. Дальше асфальт, пройдете везде. Поехали. Пятый вырывается вперед. Лола. Сигналь ему, сигналь, сигналь, сигналь. Мигай. Толкни нас. Сейчас Сэм нас толкнет. Аккуратно, давай, давай. Давай. Поехали. Нейтралку сначала. Поехали. Давай. Толкай, толкай. Завестись надо. Давай, пробуй. Еще, ну блин. Чуть не завел. Все. Погнали. Так, заводимся мы и летим. Нормально идем. Так, главное не глохли, мы уже подсосик включи чуть-чуть. Да, да, идем, идем, правильно. Белорусский сук. Тихо, дети смотрят. А, ну да. Давай, сейчас тут я траекторию знаю, только внимательно слушай, куда ехать. Понял. Вопросов нет. Красота неимоверная. Просто ожидаю. Подсос. Что, да, поехали? Поснимаю, поснимаю. Да? Поехали. Это вот так туда. Едь, едь, вот да, прямо. Боксу, значит, на натяжку, не газуй, спокойно в натяжку едем. Главное... Вторая пониженная. Вторая пон... Да нет, на первой, все на первой едем. Нет, не спеши, не спеши, медленно, медленно, тут не глубоко, спокойно. Стоять, так, стоп, право, право, стой, 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 стой. Назад сдавай, выворачивай. Слушай внимательно, не спеши, ничего не газуй лишнее. Зеркало, чтобы сзади никого не вклепать, да? Смотри, смотри, давай теоретический курс сначала. Смотри, идешь прямо ближе к кустам вот этим. И сразу за кустами правее. Еще правее. Правее, как можно правее, понял? И в натяжку не газуй, в натяжку потихоньку. Потихоньку, не спеши, не спеши. В натяжку. Потихоньку, не очкуй. Вода поднялась немножко. Не газуй, чтобы не захлестнуть. Вправо, правее, 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 еще правее. Правее, правее. Вправо, еще вправо. Вправо! 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 Да блин, вправо, вправо дальше надо было. Хорош, стой, 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 стой.
Макс проехал. Блин, кричишь право, ничего не слышит. Пошла протаптывать, смотри. Лола, бородач едет, текай. Бородач едет. Там собрал всех на веревку. Нормально. Не, одного только собрал. 69-й проехала, блин. А супервнедорожник не смог, да? Мне говорили, дождь, хорошая машина. Да. Мазай, да, будет ездить. Мазай так и будет ездить. Слышишь, и так целый день, да? 2 часа и все здесь. Что ты сравниваешь ГАЗ-69 с японским говном, блин? Ты думаешь, что ты говоришь? Тут газик 69-й, стоковый, без шнуркеля. На лысый гельтешка, лысый. О, да! Что у нас? Дырка, дырка в носках. Думаем, что такое? Прохладно. Да, лопнули, суки. Это был оффроудовый руссо. Чешется, да, или что? Да, что-то... Это мои носки или твои? Да, ты. Там, наверное, опа, что-то подцепил я. Чешется. Кроссовки твои у меня в машине, твоя кофта. Главное... Нет, Саня знает. Проверь, проверь, проверь. Дорогу, лыжню, лыжню, я буду текать сейчас. Проверь, проверь. На кроссовках. А мне проверили раскладывать. Специально. Саня, блин, красиво. Так. Да не, нормально. Лола, что там, еду, да? Аккумуляторы, металлоломы. Лола, давай. Она просто на меня ходила. Протаптывай. Так, Лола продолжает протаптывать. Лола, дальше, ну. Дура, я туда лез. Вылезся туда. Что там, нормально, да, не глубоко? Да. Это пермалды? Пошла другой маршрут искать, альтернативный. Что-то глубоковато, да? Тойота уже не та. Сразу 2 прицепил. Только воды втроем вытащили. Не знаю, на чем надо. Да. Своим ходом. Почти, да. Яна!
Явно, явно, есть! Так. Не работает пока. Раскатывай, задний пиво. Задняя блокировка решает. Чуть не застрял. А что, Тойота не поедет? Говорит, на такие легкие маршруты не ходит. Так, вся банда здесь. Крип надо сбоку. Ну не мог. Элька на 35-х триподорах, это серьезно. Хреново без машины, да? Залазь, пешеход. Дождик пошел. Так, поехали. Поехали, догоняй! Вот это красава. А своим ходом же проехал, ты видел? Да, Кайрус. Хороший. Спроси, может, продает? А то вы не продаете машину? Не, эти не продадут, да. Понял. Будет других искать. Так, тут дорога хорошая, там жестко будет сейчас. Макс поехал. Тут типа альтернативный лайтовый маршрут с этой стороны, но он уже совсем не лайтовый. Ого! Блин, а было тут совсем попроще. Видели, какая жесть? Так это на простом маршруте такая жесть. А что же говорить? Что говорить остальным? Так, тут Крис сидит, а Газик едет. Хорошо идут. Блин, красавчик проехал. Лайк поставил ему. 69-й. На коксе. Чуть-чуть назад, чуть-чуть. Хорош, давай. Еще назад. Блин, подвис на мосту. Не, повис. Все заблокировано. Так, Валера пошел альтернативный маршрут. Правильно идет. Натяжечку. А, нет, идет. Красавчик, красавчик. Так, тут по-другому. Тут на коксе. По пробитому, ну спущен хорошо, конечно. Такой веселенький оффроуд начался. Нормально. И патрул одновременно.
достали, теперь 79-я, куда он поедет. Так, Саня там может присесть. Ну, Wrangler, блин, просто ракета. 37-е шины решают. Сюда лучше. Одним колесом. Элька. Не, это нереально. Одним колесом вот здесь возьми по краю. По сухому одним колесом. Только спокойно, не газуй сильно. Давай, давай, газу, газу, газу! Ну все. Правильно подсказали и проехали, ребята. Вот. Давай. Натяжка есть? Есть. Газует сильно. Лебедой, лебедой давай! Стой, держи, Саня, держи! Лебедкой давай! Сань, не руй, не надо! Не газуй! Еще лебедка, еще! Поехали! Езда. Чуть не проехал, да? Так, кирпич на 33-х. Вообще легко. Прицепились тут на серьезную машину. Дочь сзади.